Уважаемые друзья, поздравляю вас с праздником 165-летием со дня образования Амурской области. За это время регион прошел путь от основания первых поселений до возведения таких суперсовременных объектов, как космодром «Восточный», газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс. Сегодня перед областью стоят масштабные задачи, связанные с развитием космической, газохимической сфер, стабильной работой энергетического и золотопромышленного комплексов, привлечением инвестиций в транспортно-логистическую инфраструктуру и сельское хозяйство. Но все это развитие невозможно без вас, друзья. Для того, чтобы людям было комфортно жить и работать, в Приамурье действуют 12 национальных проектов. За 5 лет на их реализацию было направлено более 63 миллиардов рублей. Благодаря национальным проектам у нас ремонтируются и строятся новые дороги, больницы и спортивные площадки, дома культуры и библиотеки, детские сады и школы. Сегодня Амурская область – это регион больших перспектив. Я уверен, что благодаря нашей сплоченности, единству и поддержке президента России все планы по дальнейшему развитию Приамурья будут реализованы. Друзья, еще раз поздравляю вас со 165-летием Амурской области. Удачи, здоровья и новых свершений!